Ну да, расскажешь за свой катамаран. Вот катамаран, пожалуйста. Называется Тимур, длиной 6 метров, 2,60 по осям. В отличие от катамарана Бальзам, там диваны были 600, здесь сделали 800, чтобы было пошире. Вот здесь вот будет один руль, там второй, будет рубили сюда идти, а здесь будет идти поперечная тяга. Вот этот кронштейн для подвесного мотора. Такой. Палубу зашил везде. Вагон, заходи сюда. Вагон грот будет крепиться вот здесь вот. Блок со стопором. Вот эта палуба здесь будет. Тут я сделаю сиденье метр длиной до самой дорубки. 350 шириной. И, наверное, вот такой вот высоты. Чтобы можно было сидеть здесь, рулить, управлять котами. Ну и стаксель еще не знаю куда поведу. Вот здесь вот шверты. Ось находится там внизу. Вот здесь вот отверстие. Тут сделаю крючочек и веревочка будет крепиться. Там он сейчас стоит подставленный на подставочке. И когда надо шверт опустить, эту веревочку снимаешь, его сюда откидываешь. И здесь тоже будет стопорок. Сюда его накидываешь. Будет стопорочек. Вот здесь вот у нас багажники. Я уже сделал. Там вот полочки всякие. Ну тут, я думаю, можно хранить продукты там. Газовую, еду, посуду, может быть. Вот, а здесь вот будет у нас стоять аккумулятор. Вот, и здесь вот я делал панельку. Тут стоять будет радио. И здесь вот выключатели и вольтметр для ходовых огней, топовых и так далее. Вот, все это делать. Здесь сделаю еще такие две колонки как раз. И будет тумбочка, потому что высота большая, заходить на палубу 600 мм. И как раз 350 делаю высотой. Наступил и пошел туда. И можно сидеть людям. Вот здесь вот у нас кошка и шлюпка так будет напередок накидываться. А здесь вот у нас выдвижная дверца. Там два диванчика, один в нос, один в корму. Вот ширина здесь 800 мм. Можно даже и вдвоем лежать, если они очень толстые. И 2 метра в длину. Тут вот полочки для телефонов, для сигарет. Еще будет здесь такая небольшая планочка. Переборочка. Вот такой вот у нас планочек. Вот тут будет стоять мачта. Туда будет идти форштаг. Вот здесь будут крепиться у нас мачты. Все нормально, жестко, да? Ну да, ходить нет, можно. Ходить можно, можно посидеть, лежать, загорать. Можно танцевать, когда музыку включить погромче. Тут будет мачты вантики, одна сюда. И немножко будет назад для вантики. Так что вот, скоро уже сделано. Весной, апреле, я думаю, что все.